Всем привет, друзья! Это Владимир Ивашкин, депутат от КПРФ городского совета города Назарово Красноярского края и действующий боец ММА. Недавно в автомобильном конфликте он сломал нос водителю другого автомобиля, который якобы его не пропустил на круге. Как потом объяснил Ивашкин, дал ему леща. Ну, каким был лещ, вы можете увидеть на видео. Кстати, пострадавший обратился в полицию, написал заявление и снял побои. А теперь послушайте объяснение самого Ивашкина. По кольцу еду, и человек выскакивает. Ну, получается, у меня кольцо главное. Я выезжаю по главной, а он выскакивает, получается, второстепенно. Ну, я, чтобы избежать столкновения, уже в последний момент увидел, завернул. То есть не поехал туда, а завернул. Остановился, узнать, в чем дело. Он выскочил, давай, грубить. Нелицеприятные слова сказал. Ну, я не ударил, чтобы лаха дал, чтобы привести в себя, ё-моё. Он говорит, ты едешь со внутренней, без поворотника. Поворотник-то у меня был, это во-первых. Во-вторых, я ему говорю, ты меня пропусти. Я же по кольцу еду. Меня пропусти и делай, что хочешь. Ну, я его как бы в чувство привести, почечину дал. Что, он не останавливается, орёт. Ну, и все, он... Ну, и вот у нас драка произошла. Я готов извиниться, если я не прав, я повторяю. Ну, давайте просто разберемся. Если будет заявление в полицию, вызову, там разберемся. Если он позвонит мне, скажет, приезжай, разберемся, поговорим. Приеду, поговорим, выясним, кто прав, кто не прав.